Павлодарская школьница-файтер завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробнее об успехе нашей спортсменки смотрите в следующем сюжете. Чемпионат Азии среди юниоров и школьников по боксу проходил в городе Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. На международное первенство приехали файтеры из 26 стран, более 460 участников. Павлодарскую область представляла спортсменка Вещенко София, провела 3 боя и завоевала серебряную медаль. Также хотел подчеркнуть, что подготовил спортсменку наш тренер Крыгбаев Марат Манарбекович, тренер по боксу Павлодарской области. Это хороший результат. Очень гордимся, хотел бы лично поздравить. Первый бой на ринге для нашей спортсменки состоялся с представительницей Китая. Выиграв его, София встретилась с девушкой-файтером из Таджикистана и также оказалась сильнее. Однако победить 3 раза подряд у нашей боксерши не получилось. В финале она уступила спортсменке из Узбекистана. Ожидаемых результатов мы не достигли, но в целом хорошо. Эмоции положительные были. Ну, настрой всегда был боевой. Да. В стране было жарко, с весом у меня проблем не было, так что я, в принципе, была морально, физически готова. Просто не хватило чуть-чуть опыта и техники. На данный момент София приступает к подготовке к другим международным турнирам. Сейчас у нас будет в дальнейшем в конце ноября будет чемпионат Казахстана. И еще цикл отбор на чемпионат мира будет. На следующий год в ее возрасте будет чемпионат мира. По итогам юниорского чемпионата Азии по боксу спортсмены страны выиграли общекомандный зачет, завоевав на турнире 15 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей. Ермек Сапаров, Юрий Белевский, Ертыс Ахпарат.